Вітаю! З вами Ігор Пох та програма «Похфактом». Мій гість – В'ячеслав Сімченко, керівник Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Вітаю! Здравствуйте! В'ячеслав, ви доволі плотно присутствуєте в медіапространстві Миколаєва, пишете блоги, доволі часто присутствуєте... Грешен, да. Присутствуєте в различных телепрограмах, на радіо. Николаев, вы пытаетесь обратить внимание на некие нерешенные проблемы в городе, указываете местной власти на ошибки и просчеты. Но подобными вот такими вещами могут похвастаться многие люди, но далеко не все руководители предприятий. Да? Для чего это вам нужно? Чего вы хотите добиться? Ну, кроме расхожего, чтобы все было хорошо против всего плохого. Вы знаете, ну, любой человек, который неравнодушен к тому, к той среде, в которой мы живем, он все равно проявляет какую-то свою позицию. Что касается там блогов и чего прочего, ну, был грех в свое время, там, занимался графоманством. Наверное, это, может быть, где-то какие-то нереализованные моменты. Ну, графоманство или графомания – это совсем не грех. Это, если в переводе дословном, то это просто желание писать. Да, да, да. И действительно, то есть пишу только тогда, когда вот какая-то тема цепляет. Если не ошибаюсь, по-моему, это Фаина Георгиевна Раневская в свое время сказала, что... Уважаемые писатели, пишите только тогда, когда не можете не писать. Вот. Поэтому стараюсь, вот когда вот что-то действительно какая-то тема зацепила, вот тогда озвучить свое видение этой темы. Ну, то есть это некий, насколько я понял, это некий способ самовыражения, да? Ну, тот, который вот, хочется что-то донести, более широкое аудитория. Да, если честно, я к этому отношусь как к хобби. Ну хорошо, хобби это замечательно, но ведь хобби можно, ну скажем так, писать, например, ну, о кошечках, да, или там о любви, там вот. А вы пишете достаточно серьезные какие-то вещи, делаете, ну не то чтобы серьезные вещи, а некие запросы, некие социальные запросы, бизнес-запросы, да, ну если можно так назвать, направляя их вот к действующей власти. Мол, вот то не сделано, а давайте то попробуем. Это, может быть, проявление нескромности и претензия на то, что вот, имея какой-то определенный опыт в строительстве, создании, в развитии, в данном случае производства, имея ну, определенный багаж других знаний, что называется, выдаешь информацию в пространство, вот, может быть, где-то... Кто-то воспользуется. Ну, нет, ну нет, так нет. Прислушивается вообще? Ну, иногда некоторые вещи, да, потом всплывают, они реализуются. Без авторства, как бы. Да. Ну, я, собственно, тут не авторство и не важно. Важен результат, чтобы да? Чтобы оно реализовывалось, ну, потому например, что свое конкретное там самолюбие мне и так есть в чем реализовывать, получать, реализовывать свои амбиции. А это, ну, такое. К тому же, вот что сегодня характерно для нашего общества, мне кажется, у нас слишком много политики, слишком много пиара. И такое ощущение, что уже пиар ради пиара. Пиарится пиар. Ну, вот все что угодно. Ну, и вот так много, что уже многие забывают, либо... Вот он вытесняет какие-то нормальные, простые вещи, которые надо просто, ну там, брать и делать. То есть люди находятся в таком информационном поле, да, что они забывают, как вы сказали, что, собственно, первично, да? То есть политика или экономика, культура или воспитание, да? И сейчас любого человека спроси, вряд ли кто-то скажет. Все скажут, потому что политики слишком много. Хотя, опять же, есть основополагающие вещи, и все мы хорошо знаем, что есть базис, есть надстройка. Про базис давно забыли. Даже сама надстройка, она уже отошла тоже на второй план. У нас надстройка над надстройкой.
Вот, уже какой-то такой супер извращенная, как мне кажется, ситуация. Поэтому, ну, к сожалению, вот и в экономике, наверное, это является следствием того, что забыли все-таки, что первично, что вторично. Вот, поэтому есть, к сожалению, определенные проблемы, я бы сказал. Проблемы, хорошо. В одной из апрельских этого года передач «Контраргумент» на телеканале «Николаев» вы сказали, вот я сейчас процитирую дословно, все чаще среди предпринимателей звучит вопрос о бизнес-эмиграции. К сожалению, от многих слышу о том, что придется продать свой бизнес тут и уехать куда подальше. Многие это уже реализовывают. Открывают бизнес в Индии, в Вьетнаме, производят там товары и затем привозят их сюда. Почему складывается такая ситуация? Наверное, ответ на этот вопрос дал Илон Маск нашему премьеру. Ну, об этом мы чуть позже, потому что я сам не помню, что сказал Илон Маск нашему премьеру, правда. Простой пример, не из Николаева, но сходная ситуация по всей стране, я думаю. Предприниматель купил заброшенную разваленную производственную базу, заплатил за это 400-500 тысяч долларов, еще около миллиона запланировал на перестройку и налаживание нового производства. Так вот, только за разрешение на начало строительства запросили порядка 100 тысяч долларов, то есть 20% от той стоимости, которую он уже заплатил. Это деньги ни за что. И такого рода примеров я могу привести множество. Какой же это бизнес, о каком развитии идет речь? Это была цитата из вашей прямой речи. Вот, да, так вот, теперь к вопросу. Ну, во-первых, если позволите, вы напомните, что сказал Илон Маск премьер-министру, а потом я задам вопрос. Было обращение к Илону Маску с приглашением его размещать свое производство в Украине. Угу. Потому что, известно, он строит, он очень активно развивается, строит большие сегодня фабрики, связанные с современными аккумуляторами, альтернативные источники энергии, накопители и прочее. Космические прочее, какие-то вещи, да, там? Да, но, к сожалению, ответ его был там достаточно краток, очень вежлив, конечно. К сожалению, сегодня он не видит для себя возможности работы в Украине в силу слишком высокого уровня коррупции. То есть ключевое слово – коррупция? Да. Окей. Да, оно было так вот смягченное слегка, но тем не менее, вот это факт, это действительно, это основной стопор. Мир большой, а инвесторов, ну, не так много. Деньги в мире есть, но они не так много, и по большому счету инвестору все равно куда прийти ему там в Украину, или в Иран, или в Индонезию, без разницы. То есть ему нужны условия? Он идет туда, где ему комфортно, так же, как мы, да, куда мы идем постричься, в какой магазин мы идем покупать там хлеб, да, там, где ты понимаешь, что ты получишь максимально выгодные для себя условия, максимально комфортно. То есть тут ситуация точно такая же. Поэтому если будут у нас сформированы комфортные условия для инвестора, то тогда и будет у нас все немножко лучше. А вот теперь скажите, а если вот эти вот 20%, о которых шла речь выше, да, например, бизнесмен отдал не кому-то лично, да, вот ни за что, ну, то есть взятку, а, скажем, пожертвовал городу в обмен на разрешение на строительство. Это было бы, по-вашему, нормально? С точки зрения, если говорить глобально, да, о пользе экономики для города, то гораздо было бы правильнее и полезнее для города, чтобы эти деньги были направлены все-таки на развитие, на создание. Какие эти деньги? Вот говорить об этих 20%, которые, да, вот, либо на взятку, либо куда. Я говорю о том, нормально это или нет. Любые свободные средства, если они идут на развитие, на создание новых рабочих мест, на модернизацию производства и прочее, то это вот это дает плюс городу, это дает плюс стране, потому что огромные суммы
сегодня городского бюджета, которые не используются, лежат на депозите. Угу. Это для экономики, это катастрофа. Но они же не мертвым грузом лезут, они же сами себе зарабатывают. Что не зарабатывают? Это катастрофа. Они не должны лежать, они не зарабатывают. Вы посчитайте, сколько потеряно. Деньги должны работать. Государственные деньги, бюджетные, они не должны лежать на депозите. Это просто смерть для экономики. Деньги – это кровь организма. Да? Это то же самое, вот, передави вену. И радуйся, что у тебя тут накапливается кровь. Да, у тебя рука отпадет к чертям. Так вот, то же самое бюджетные государственные деньги на депозите. Они не должны лежать. На эти деньги должны строиться садики, дороги, все что угодно. Люди должны работать, что-то строить, получать зарплаты, платить налоги. С этих зарплат потом идти покупать там колбасу, мебель, все что угодно. Должен идти кругооборот денег. Чем быстрее происходит денежный оборот, тем лучше идет все показатели экономики. Это и есть развитие. Ну хорошо, ну это понятно. Это просто в точке зрения макроэкономики, да? С точки зрения своей вот местечковости, вот я как бы ты не заработал. Я так думаю, что город это теряет. Говорит лишь о том, что у нас, ну скажем так, городская или муниципальная власть, да, или местное самоуправление, если еще более правильно говорить, не работает или не готова работать как бизнес. Либо наоборот, она как раз не с точки зрения, вот в данном случае то, что я говорю, я не с точки зрения бизнеса, я говорю с точки зрения макроэкономики, то есть государственной экономики. Почему? Когда деньги государства рассматриваешь их как свои деньги, да, ты думаешь, у меня же есть что покушать, а это как бы у меня свободное, я положу на депозит, потому что я же не умираю, у меня покушать что есть. Но тем, что ты кладешь на депозит, то, что ты всех остальных, да, лишаешь, это оно и на пенсиях, и на зарплатах врачей, оно на всем отражается. Не говоря о том, что, опять же, эти два года у нас огромнейший бюджет, никогда такого не было. Большой, да. За два года почти 2 миллиарда. Это бы же от развития только, да, помимо основных статей. Где вам покажите? Где реализованы какие-то проекты? Понимаете, какая штука? Я позволю себе, не являясь совершенно ни человеком бизнеса, ни тем более человеком, который хорошо или в принципе разбирается там, в экономических каких-то процессах, я все-таки позволю себе несколько возразить. Ну, с моей точки зрения. Да? Я считаю, или мне так кажется, что вот есть некие две модели в городском развитии. Ну, что касается с точки зрения, допустим, городской власти, как она должна вот действовать. Первая модель – это модель такая вот постсоветская модель, то есть сама модель, она вот осталась Советского Союза. То есть местные советы, там вот эта вся эта структура, как бы ее ни перетасовывали, в принципе, управленческие вот эти дела, они абсолютно одинаковы. Люди те же, ментальность те же, механизмы принятия решения очень похожие. Вот, вертикали, горизонтали и так далее, и так далее. Там где-то ямка появилась, ее залатали, ну и слава все Богу, спокойно, как хорошо. В болотном лесу. Да. А есть другая модель, это бизнес-модель, то есть когда городская власть, ну я не знаю, в лице мэра, либо депутаты, неважно кто, рассматривают как бизнес-модель. И город как бизнес-модель начинает работать совершенно по другим принципам. Да, то есть город начинает зарабатывать сам на себе. То есть это не обязательно, ну скажем, вот когда спрашивают там у мэра, а сколько ты создал рабочих мест? Ну это глупый вопрос на самом деле, потому что мэр не может сам взять и открыть какое-то производство. Он может создать с помощью каких-то механизмов определенные условия для того, чтобы бизнес захотел вот именно вот в нашем городе что-либо там построить, открыть, модернизировать, ну и так далее. Основная задача у любой власти – это как раз создать эти условия и привлечь. И вот эти бизнес-модели, даже если перейти на какую-то совершенно другую модель, придумать, вот идея появилась, даже найти механизмы реализации, все равно за какой, я хочу спросить вас, вот как вы считаете, за какой срок
временной, можно реализовать какую-то очень мощную идею, которая способна вообще что-либо поменять в городе? Во-первых, речь идет, смотря какой идеи. Да? Чуть некорректный вопрос. Для реализации идеи сколько время? О какой идее идет речь? Первое. Второе. Очень многое зависит, конечно, от личности. От того, насколько лицо, принимающее решение, есть такое понятие, да, есть там целая большая теория, там есть ЛПР. Да, это в теории принятия решения. То есть так, вот это лицо, принимающее решение, насколько оно, во-первых, какие полномочия, во-вторых, насколько оно грамотно коммуницирует с теми, от кого тоже зависит это принятие решения. То есть насколько есть авторитет, уважение и прочее, и насколько сформирована команда единомышленников, которые правильно видят одну и те же цели и готовы работать на ее реализацию. Принципиальный вопрос был вот фраза «Город должен зарабатывать». Да, и тут очень важно, что речь идет о городе как таковом, не об отдельных людях. Совершенно верно, да. О городе как целом, цельном механизме. Да, да, да. То есть город это то не вот эта группа людей, принимающих решения. Это и пенсионеры, и врачи, и учителя. Это люди, населяющие это пространство. Совершенно верно. Да, совершенно верно. Так вот, вот эта группа, которая управляет, вот, они должны создать условия так, чтобы все жители города могли на себе это ощутить и понять, что они стали... Что такое город зарабатывает? Это жители этого города стали лучше зарабатывать. Одна и та же страна, вот разные города, но уровень жизни, допустим, есть основной показатель, стоимость недвижимости, например, да, она высокая, потому что туда идет большее количество людей, там больше работы, там выше заработки, и, соответственно, больше зарабатывают. Уровень жизни. Да, выше. Да, это же можно и на примере Украины приводить, тут есть Николаев, есть соседние города. Поэтому и вот задача вот этих людей, которые управляют городом, как раз и создать такие условия для того, чтобы ехали сюда, чтобы тут было лучше. Вот это должна быть основной целью людей, принимающих решения. Но и все-таки, что первично в этом? То есть должна быть первична идея, которую можно реализовать, либо сначала нужно собрать единомышленников, а потом уже искать идею под них. Потому что идея может возникнуть, а способов реализации ее может не быть. Опять же, идея это не панацея. Первично в данном случае это кропотливая, плодотворная работа на получение результата. Если ждать только какую-то сумасшедшую идею, я знаю, что ты любишь сумасшедшие идеи. Да, их не всегда можно до них дойти, но если она есть, то можно получить какой-то очень феерический результат. Да? Но для того, чтобы... Либо феерический провал. Да, но для того, чтобы получить просто хороший результат, это уже немало на уровне очень плохого, а хороший результат – это уже классно. Так вот, для того, чтобы получить хороший результат, достаточно просто честная, нормальная, эффективная работа. То есть работа, я понял. Не пиаром работа, заниматься, да. А работать. Согласен, согласен. Хорошо. Есть такая штуковина, как культурные проекты. Вот вы начали воплощать в жизнь, в компании, опять же, единомышленников, да, необычные культурные проекты. И вот, чтобы я ничего не напутал и не так назвал, да, какие-то там вот эти вещи, я предлагаю сразу перейти к этим проектам, которые, вот я знаю, это весной было, по-моему, 2 или 3, да, боюсь ошибиться. Вообще, что это за проект? И зачем это? Опять же, такому занятому человеку, который пишет блоги, ходит на телевидение, на радио и говорит серьезные вещи. Это опять же, может быть, какие-то там нереализованности, не знаю. Вот. Если не ошибусь, по-моему, это была фраза Бродского, что если
в душе есть свободные места, не заполненные культурой, то они обязательно заполнятся каким-то негативом. Так вот, не хочется освобождать место для негатива, хочется оставлять эти места заполненными. У нас очень много политики, сильно много. Вот она везде, во всем. Есть там экономика, которая там... Связана с политикой, есть, да? Да. О душе, что называется, подумать некогда. А, ну, опять же, да, все проходящее, музыка вечна, это все равно, опять же, для того, чтобы хорошо работать, надо нормально, эмоционально отдыхать, не просто там с друзьями, что называется, по пивасику пойти, да, и там, ну, банальные вещи, да, духовная пища, она есть, никто ее не отменял. Ну, что за проекты? Вот давайте поближе остановимся. Вот один из проектов, который мне, по крайней мере, наиболее нравится, который был реализован, это фестиваль авторских песен. Это мы его проводили в прошлом году, мы его провели в этом году, под таким интригующим названием «Майский кот». Вот такой пикник, потому что, ну, что такое авторская песня? Это песня у костра, песня под гитару, фольклор народный, в котором вся народная мудрость сосредоточена. Это и старые добрые песни, которые все мы любим, таких авторов, как там, это и Акуджава, это и Высоцкий, это Висбор, это и Вертинский, это и Третьяков, и Митяев, ну, целый ряд. Это вот такое определенное состояние души, это поэзия в первую очередь, потому что все эти песни, это в первую очередь слова. Это поэзия, которая просто через музыку, они лучше усваиваются. Но это, скажем, мероприятие «Майский кот», насколько я помню, было приурочено ко дню рождения детского городка «Сказка», да? Так вот я хочу спросить насчет костра. Костер был? А где же там костер-то разводили, если что? Я-то присутствовал, я знаю. Не совсем костер, но, по крайней мере, печеная картошка была. Потому что, опять же, какие-то воспоминания детства, да, вот... Действительно, костер должна быть печеная картошка. И так как, конечно, в сказке костры разводить не очень правильно, да, хоть где-то там хотелось. Но, по крайней мере, печеную картошку организовали, хотя вот сам я так и не успел попробовать ее. Ну, во всяком случае, как я уже сказал, я присутствовал на этом действии, и я видел, сколько людей было. Реально очень много. Да, это радует. Это радует, это значит, что все-таки люди готовы это воспринимать. Плюс, еще такой момент, немножко вот эта деятельность, творчество, оно как бы на втором плане у нас в стране находится. Но есть современные наши украинские авторы, которые пишут замечательнейшие песни, очень замечательные, действительно. Там есть все, там есть эмоции, там есть перчинка такая. Вот. И как раз на этот концерт тогда приехал Виктор Байрак, это сегодня, наверное, один из лидеров этого направления в Украине. Авторская песня имеется в виду, да? Да, да. Вот помимо концертов «Сказки», он потом дал отдельный концерт. Он, что вот опять же меня очень радует, он был очень удивлен и воодушевлен тем, как его принимали. Он мне потом тоже уже не раз звонил, говорит: «Слав, очень-очень круто, давай, я готов повторять, потому что вот хорошая публика, хороший прием». И я думаю, будем это в любом случае продолжать популяризировать. На большой сцене, я так понимаю. Ну, пора уже. Ну, посмотрим. Хотя вот как раз авторская песня, она не предполагает вот большую сцену. Да, это, опять же, это не пиарные мероприятия. Это мероприятие для души, как правило, а вот для тех, кто готов это воспринимать. Поэтому, ну, посмотрим, каких размеров будет сцена, но то, что будем это продолжать, это однозначно. Отлично, отлично. И чем больше подобных мероприятий, я думаю, тем лучше. Ну вот, под конец уже программы я хочу еще очень такой маленький вопрос задать, который сквозным, так сказать, будет, да, через то, что вы ранее сказали. Как вы относитесь вообще к фестивалям?
Классно. В принципе, фестивалям, не только городским, да, вот, ну, вот окологородским, в городе, они же могут быть различные. Там фестивали кофе, пива, воздушных змеев. Кстати, о воздушных змеях, да. Майский фестиваль воздушных змеев в Николаевской области показал, насколько огромное количество людей нуждаются вот в таком зрелищном мероприятии. Были рыцарские бои, да, вот это реконструкции, были эти змеи. Всевозможные фестивали, даже гастрономические, это все, оно классно. Во-первых, это общение людей, да, там встречаются люди, они общаются, они получают эстетическое удовольствие. Только надо всячески приветствовать и расширять, потому что, опять же, на такие мероприятия, как правило, самый популярный пример, да, пивной фестиваль «Октоберфест». Туда со всего мира народ валит в Мюнхен. Ну да, да. Вот классная фишка. Так, поэтому любая, вот, да, про сумасшедшие идеи мы говорили. Вот любая такая фишка, она, если ее вот хорошо подать, хорошо развить, она может быть таким вот хорошим брендом. Окей, будем надеяться, что так и будет. Спасибо вам за участие в программе. Был очень рад с вами пообщаться. Спасибо. А с вами был Ігор Пох та програма «Похфактум». До зустрічі.